Юрий Львович Авербах. Старейший на земле международный гроссмейстер. Легендарный человек. 95-летний спортсмен. В гримерной сейчас шахматной задачки. Смотрю Д5. Внимание, это жертва фигуры. После недолгих раздумий конь Д5 на доске. Внимание. Слон Б3. Слон Б3. Пускайте 4 часа, Юрий Львович. Контроль времени 10 минут плюс 5 секунд. Плохая примета. Фейсбюк. Миша Стальное Сердце. Любим его молодость. Так, уже начальная позиция на доске. Ваш прогноз какой идет? Юрий Львович признал свое поражение. Партия завершилась победой Михаила Лосева. Ну, недовольному взгляду все-таки, я понимаю, что у него перевес. Юрий Львович, надо искать какие-то... Я не знаю, готовить еще один для Вселенской защиты. Ну, молодец, кто-то, молодец, огромный. Сергей Горякин, наша суперзвезда, наш друг, друзья, наш спортсмен, наш шахматист. Спасибо. Это самый слабый пункт. Надо всегда, когда атакуешь короля, найти слабое место в обороне короля. Это уязвимый пункт. Обратите внимание, что это прямо сердце позиции черных.